Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как очистить кэш на вашем смартфоне Vivo Y11s. Для начала зажимаем кнопку блокировки и затем жмем на кнопку перезагрузки. Как только пропадает логотип Vivo, мы удерживаем кнопку блокировки и кнопку увеличения громкости, видим логотип Vivo и отпускаем кнопку блокировки. Далее кнопкой уменьшения громкости мы спускаемся чуть ниже на пункт Recovery Mode и жмем кнопку блокировки. В Recovery Mode мы можем... У нас работает тачскрин, поэтому жмем на Clear Data и выбираем пункт Clear Cache. Жмем ОК. Кэш был очищен. Возвращаемся. Жмем на стрелочку назад. Нажимаем Restart и жмем ОК. И после этого наш смартфон перезагрузится уже с очищенным кэшем. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!